1 сентября текущего года выдающиеся деятели культуры и искусства, талантливые молодые авторы литературных, музыкальных и художественных произведений и многие другие получат стипендии сроком на один год. Отметим, что распоряжение об этом подписал глава республики Сергей Меликов. Данные стипендии учреждены с целью поощрения особых заслуг работников культуры, искусств, студентов и аспирантов развития дагестанской и отечественной науки, образования, культуры и искусства. Выделяться госвыплаты будут Министерством финансов Республики Дагестан и средств республиканского бюджета.